Всем-всем огромный привет! У меня пришло время снимать пустые баночки, которые закончились в октябре месяце. Кто-то меня спросил как-то, неужели ты столько истратила за сентябрь месяц, когда я показывала сентябрьские. Нет, девочки, в сентябре, в октябре, потому что банки заканчиваются в этом месяце, но не значит, что я ими пользовалась один месяц. Ну, естественно, гели для душа и там жидкое мыло – это за месяц использования, а вот есть вещи, которые полгода и год тратятся. Но вот именно в этом месяце они закончились. Ну и, конечно, я их буду показывать. Корзинка стоит не просто так, мы ее сейчас будем наполнять. Это та корзинка, в которой я собираю пустые баночки. Ну давайте собирать их теперь будем вместе. В этом месяце закончились две пены от Avon. Классные пены, им уже много спета хвалебных от. Единственное, что сейчас почему-то в этих пенах не во всех яркий аромат. То есть очень вкусно пахнет из бутылочки, но очень слабо распространяется аромат. Но, например, в имбирном прянике аромат шикарный был не только в ванной, но и на всю квартиру. А вот французская сирень очень вкусно пахла из бутылочки, но не очень ярко распространялась вокруг. То есть вот сидишь, когда в самой ванне, то от пены, конечно, можно уловить этот аромат, но не больше. Ну, сами ароматы – это дело вкуса, конечно. Каждый может брать под свой вкус. У меня ребенку больше нравился пряник, а мне больше сирень. Но пользовалась я и тем, и тем. Следующее, что у меня закончилось, это гель для душа от Тиандэ. Присылала мне его Лиза, стайлиза. Если вдруг, Лизонька, смотришь, огромное тебе спасибо. Это кремовый гель для душа, яблочный пай. Он действительно кремовый. Он так вкусно пах вот таким пирогом яблочным. Это просто вот слюнки аж текут. И даже вот пустую баночку настолько приятно вдыхать аромат, ну, приятный, очень хороший гель, прямо с огромным удовольствием использовала. Если есть возможность у вас у Тиандэ заказать, то попробуйте. Следующий гель для душа ко мне приехал в подарок от Виктории Михайловой. Викуля, огромное тебе спасибо. Первый раз я вот именно у Вики увидела вот этот гель. Мне было интересно, что это, как это. Ну, никогда я не встречала такие бутылочки. Недавно у Леночки увидела точно такой же в желтой упаковке и поняла, что это все-таки серия, и они, видимо, по цветам определяются. Тут аромат такой, вы знаете, морской, свежий. Очень хорош он, ну, мне так кажется, на жаркую погоду. Он настолько неудушливый, нейтральный, легкий такой. Вот если не знаете, что подарить, такие ароматы подходят, мне кажется. Они такие, вы знаете, свежий гель, то есть ощущение чистоты вот в нем. Следующий гель для душа долго показывать не буду, потому что мне его привезла моя родная сестра Скрита. Его можно купить, ну вот, соответственно, в таких южных местах. Это оливковый гель, он очень классный, он как маслица, после него никаких кремов не надо, он, ну, супер. Если тоже есть возможность, может, кто-то из знакомых ездит, летает в такие места, или вы сами, то привозите, очень хорошие средства. Далее. У меня у ребенка не закончился, а, ну, где-то, может, наполовину истратился сейчас. Мы перелили просто в другую бутылочку с птичкой. Ну, чтобы мне не хранить этот пузырек и не ждать, когда он в птичке закончится, я решила показать. У нас таких два детских геля-шампуня. Один присылала Катюшка Минченкова, второй Танюшка Хорошева. Девочки, огромное вам спасибо. Я передам два раза, потому что я не знаю, чей из вас именно этот. Ну, настолько классный, пахнет шоколадом. Ощущение, что, вы знаете, вот тут называется капитан сладкоежка. Я Макса мою, хотя облизываю ребенка. У него даже цвет, вот, посмотрите, у него даже цвет прям такого жидкого шоколада. Ощущение, что вот реально купаешь ребенка в шоколаде. Вот приоткрыла и слюнами опять давлюсь. Все такое вкусное в этот раз.
Так, вроде бы гели у меня таки закончились. Дальше. Жидкое мыло. Вот такое. От Natura Siberica. Мне его присылала Ксюша. Ксюша Станкевич. Привет тебе, Ксюша, огромное. И огромное спасибо. Вы знаете, мне он так понравился. Он. Крем. Ну, крем-мыло. Этот крем-мыло. Во-первых, большой объем. Единственный минус может быть то, что матовая упаковка, и ты не знаешь, когда он закончится. Но это... Мне понравилась помпа. Одного вот этого глубокого нажатия достаточно было, чтобы вот такое, знаешь, хорошее количество выдавилось. Помпа работала отлично. Я эту саму бутылку, скорее всего, не выкину. Мне хочется туда переливать другие мыло. Ну, как-то вот, знаете, и смотрится на раковине очень солидно. И мне понравилась вот эта вот дозировка, которую она выдает. Вот такой вот. Ну, понравился, классный. Единственное, так как это органическая, да, компания, не настолько сильно пенится, но промывает хорошо, ощущение чистоты приятное. И отдушка у него такая немножко травяная, какая-то вот природная. То есть, если вы хотите фрукты, цветы, нет. Тут вот что-то такое вот с природой связанное. Мне понравилось. Так, у моей мамы закончилась вот такая пара от Faberlic. Это активный шампунь против выпадения волос. Он обещает укреплять волосы, сокращать выпадение. И второе, разогревающая маска против выпадения волос укрепляет. Ну, то же самое обещают. Минус в том, что объем маленький, 150 мл шампуня, 100 мл маски. И стоит он по каталогу по 250 рублей каждый. То есть достаточно, ну, дорого, я считаю. 500 рублей для пенсионера – это очень дорого. Но маска действительно разогревающая. Первое время мама говорила, что что-то маска мне не разогревает ничего. Ну, потом мы поняли, что она просто пользуется неправильно. Надо после шампуня насухо вытереть волосы. Ну как, ну не насухо, а вот достаточно хорошо вытереть волосы полотенцем, подсушить. Потом наносить и сидеть 10 минут. И тогда она, да, действительно говорит, разогревает. Но перестали ли выпадать волосы, трудно сказать. Но это же короткий срок. Мы эту пару еще повторим, и она их также повторит в использовании. Вот. Ну, раз решила повторять, то, может быть, в какой-то мере и понравилось. Ну, проблема выпадения еще пока у нее стоит остро. Это и по состоянию здоровья происходит. Ну, вот так. Тоник Renovage. Активная витализация от Faberlic. Вы знаете, этот тоник покупала себе мама. Она смогла использовать до середины и сказала: «Свет, выкинь его». Я говорю: «А почему?» Он говорит: «Липкий». Я говорю: «Ну что его выкидывать? Жалко». Тут, правда, он идет на 50 с плюсом. Ну, до 50 с плюсом я еще не доросла. Я еще маленькая девочка. Но решила я его допользовать. Думаю, все равно стану еще моложе, значит. Он действительно липкий. Но вы знаете, тут такая липкость, которую готов... Ну, не каждая женщина готова, вот моя мама не готова была. Но я была готова ее потерпеть. Когда кожа действительно возрастная, ты понимаешь, что вот эта липкость, это, вы знаете, как кремовая какая-то текстура. Кожа остается мягкой и нежной. Когда вот пропадает вот это вот неприятное ощущение на коже, сама кожа-то хорошо себя чувствует. И поэтому, конечно, сжав губы, я допользовала, второй не куплю, вам не советую, потому что вот это вот не очень... Но, может быть, вы пользовались, и у вас по-другому. У меня кожа нормальная, может быть, для сухой кожи, потому что 50 с плюсом обычно рассчитано на сухую кожу. У женщин чем старше, тем суше кожа. Может быть, вот это. Ну, не знаю. Я второй раз не куплю ни себе, ни маме. Следующее, что у меня закончилось. Так, сейчас я вам покажу. Это от Organic Kitchen. Очищающий скраб для лица. Мне его присылала Викуля Попридухина. Викуля, если смотришь, огромное тебе привет и спасибо. Вы знаете, он пахнет очень вкусно. Вот, наверное, этот сакурой. Органическое масло имбиря входит, экстракт сакуры и зеленый чай. Но он настолько щадящий, что возникает иногда чувство, что умываешься просто кремом. Поэтому я его использовала с утра. Когда вот
нужно смыть, по сути, вечерний крем, если он вдруг остался. Если вам нужно перед маской поскрабировать лицо, то, ну, не знаю, у кого какая кожа, если чувствительная, то, может быть, и подойдет. Но мне надо было чуть-чуть поконкретней тогда. Вот. А с утра самое то. Очень тут густо крема. Крем этот не мылится, не пенится, вернее. Просто, как бы, знаете, получается, умываетесь кремом, в котором мелкая-мелкая соль. Вот. Вот так. С утра мне понравилось. Аромат очень приятный. Прямо ароматерапия у меня была. Так. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой крем для рук. Присылала мне его Леночка Никандрова. Ленусь, огромное тебе спасибо. Приятно пахнет, приятный крем. С огромным удовольствием его использовала. Даже если переборщишь, уже надо было подождать, когда впитается. То есть он такой достаточно питательный получался. Тут не написано увлажнение или еще что, просто крем для рук. Мне он понравился. И аромат у него такой приятненький был. Ну и позитивная упаковка. Рука к нему прям тянулась постоянно. Хороший крем. Дальше. Закончился у меня для ног. Крем для ног «Спелая смородина». Мне его присылала Наташенька Черных. Натуль, спасибо тебе большое. Видите, сколько у меня подарков? Мне все за запасы рукают, а у меня одни подарки. Классный вот этот крем. Единственное, к концу уже поднадоела, конечно, кислота смородины. Хотелось чего-то сладкого, потому что на улице стало холодно. Но в целом классный. Аромат смородины мой один из любимых в бьюти-кафе. С удовольствием использовала. И тоже, какой дизайн упаковки. Вот, честное слово, но настолько Faberlic молодцы, вот, что сделали такую вкусную упаковку, что очень хочется, и в каталоге на него внимание обращаешь, хочется купить, даже если у тебя есть. И вот когда используешь, тоже получаешь огромное-огромное удовольствие. Дальше. Вот этот крем для лица, для снятия макияжа. Тут осталось... Вот, наверное, не знаю, вам на свет видно или нет, вот столько. Просто закончу и уже выкину. Могу вас тоже посмешить еще. У меня уже привыкли девчонки, рассказывай, какие смешные комментарии были. Вот еще один был интересный комментарий, когда меня одна девушка обвинила в том, что я выклянчиваю посылки. А я долго думаю, как я выклянчиваю-то, что я такое говорю? Ну, чего я такое говорю, что человек подумал, что я выклянчиваю. Она говорит, ну вот ты все время говоришь, там вот почти закончилось, типа обратите внимание и пришлите мне еще. Ну вот, в общем, девочки, у меня типа закончилось, но мне присылать не надо, потому что у меня в запасах очень много средств для снятия макияжа. Но это я не так, не то чтобы жалуюсь, просто мне так смешно. Это не комментарий от того, от которого я расстроилась, то есть это веселые комментарии. Кстати, девушка, которая... это написала, привет тебе большой, ты мне подняла настроение. Очень хороший крем, вы знаете, вот когда глазки возрастные, я вам даже его покажу, неплохо иметь кремовые текстуры, не только мицеллярку, но и кремовую текстуру. Хорошо снимал макияж, очень экономный, ну просто очень. Я думала, не кончится вообще никогда. Несколько месяцев я его тратила каждый день. Где тут вес? Где вес-то? А, ну вот. 125 миллилитров, много. Вот он такой прямо кремовый. И глазки совсем не портишь. Вот, хороший. То есть я его поставлю вот так рядышком, чтобы случайно не выкинуть. Девчонки, для волос. Вы знаете, вот это вот, вот это масло мне прислала Юлюня. Юлюня Макарова. Юленька, спасибо тебе огромное. Девчонки, если вам надо, то приобретите. Ой, тут даже мои волосы на нем остались. Я даже с сувенирами вам показываю. Так, давайте я вам покажу Эвелайн косметик, инновация. Так, чтобы тут сильно-то не блестеть. Вот, эликсир 8 в 1 для волос. Давайте вот так прочитаю, чтобы я вам не это. Профессиональный регенерирующий уход для сухих и поврежденных волос. Входит масло органа, рисовое масло, оливковое масло, масло ромашки, масло подсолнечника, соевое масло и жидкий шелк. 6, нет, вру, 8, 8,
Чуть не наговорила на масло. 8 мгновенных результатов. Восстановление структуры волос, регенерация сухих секущихся кончиков, длительное увлажнение, улучшение эластичности, укрепление, стимулирование роста волос, шелковистая гладкость, легкое расчесывание и восстановление естественного блеска. Ну, на мою длину, единственное, я вот скажу, ну, насчет легкого расчесывания нет. Я его наносила на кончики. Ну, как на кончике? Сантиметров 10. Моя длина, вот, волос, и сантиметров 10 на кончике я наносила. Он действительно хорошо защищает кончики. Мне вот этих 37 миллилитров хватило больше, чем на полгода. Каждый раз я использовала его. То есть все мои средства для сухих кончиков отложились. И вот как-то я так вот к нему прилипла, и ощущение было, что оно не кончится никогда. Количество там маленькое лужица. Она наносится на руку. Вот такая помпа. По двум рукам растирается и втираю в волосы. Никакой жирности на волосах нет. И кончики выглядели хорошо. То есть вот даже если, как мне казалось, я переборщила, все равно не было эффекта жирности, сальности. Вот этого ничего не было. Отличное масло, отличное средство. У меня, кстати, есть еще другие. Я уже буду ими активно пользоваться, а вам уже потом расскажу. Давайте я его упакую красиво. Все полгода, даже больше, я берегла упаковочку, чтобы вот, вот как новенькая. Выкину. Ну, давайте вот сюда. Следующее средство – это скраб для ног, про ноги, обновление и уход. Это у них недавняя новинка от Faberlic. Вы знаете, очень хороший вот этот скраб. Мне он очень-очень понравился. У меня сейчас есть еще один в запасе. Мне Викуля Оленева прислала. Как раз я этот уже допользовала. И мне приехал новый. Хороший. Вообще скрабом что делают? Вот пыль с ног, тоже крема какие-то там. Может быть, что-то чуть-чуть... Если ножки там шелушатся чуть-чуть, вот это вот смоет. Если вам нужно пяточки хорошо почистить, ну, там уже вам нужна шлифовка, пилка, ну, вот такие вот вещи, да, маски, размягчение. Но если вам нужно просто вымыть ноги и как следует их поскрабировать, чтобы они вот были чистенькие, вот скраб идеальный, хороший скраб. У него достаточно было вот этих вот скрабирующих частичек. О, даже, смотрите, натекло немножко. Вот. И они такие, знаете, достаточно колкие. То есть их чувствуешь. Хороший скраб. Когда нет у меня скраба для ног, я вообще в этом отношении не парюсь. Я могу и скраб для тела использовать. Он не хуже, и мне кажется, точно такой же. Но если есть скраб для ног, я люблю, чтобы ножки одним, ручки другим, там, тело третьим. Ну, вы меня поняли. Чем же я пачкалась, как мой муж говорит, ты сначала моешься, потом пачкаешься. Закончился у меня крем-суфле для тела. Вы знаете, честно, настолько он мне понравился. Я его достала, пока смотрела одного блогера, одну девочку, ее зовут Анастасия. Со сложной фамилией Гельменштейн, как-то так. Настюш, я, наверное, переврала твою фамилию. Ну, в общем, у нее такая оригинальная фамилия, красивая. Она так описывала этот вишневый конфитюр, что я слюнями просто захлебнулась, пошла, достала и пошла мыться. Закончилось тем, что я через полчаса довольная, намытая этим конфитюром, сидела и продолжала смотреть ее ролик. Вот. Вот такая вот текстура, как у суфле, так классно разносится. Вы знаете, так пахнет вкусно. Вот очень-очень... Вот сейчас даже пошли вот ароматы вишни, вишневой косточки, аромат детства. Ну до чего же я в детстве любила раскусывать эти вишневые косточки. Пусть там уже внутри было горько, но я думала, я зубы все переломаю за детство. Но раскусывала я всегда каждую вишневую косточку, которая мне попадала вместе с вишенкой в рот. И поэтому аромат детства очень классное средство. Если Faberlic'и надо и любите такие вещи, то купите. Так, видите, уже пора снимать пустые баночки, уже через край. Дальше, давайте тему волос я еще продолжу. Вот такие вот восстанавливающий комплекс для волос, ампулы, мне присылала Викуля Оленева тоже.
Закончила в этом месяце две штучки. Их тут 8 ампул. Эти ампулы наносятся на корни волос, на кожу головы. Минут на 40 оставляются. Я еще одеваю шапочку сверху, еще полотенчика тепленькое, ну, чтобы как-то оно там немножечко поработало. И потом уже смываю. Содержит масло миндаля, оливы, протеины шелка, провитамины В5 и ПП. Мне кажется, что они работают. У меня до этого была, я вам на протяжении месяцев 4-5, наверное, показывала, все трясла. Там тоже было от домашних рецептов, но комплекс чуть-чуть другой, ну, состав немножко другой. Я уже сейчас не помню, какой. Сейчас работают вот эти. Волосы у меня реально стали выпадать меньше. Конечно, это все в комплексе работает. Я тут и масла, и маски использую. Но вот классное средство. Так, давайте ампулы туда. А эту я не выкидываю. У меня еще остались ампулы. Я вам их буду показывать каждый месяц опять. Маска от Oriflame. У меня была когда возможность, иногда бывает возможность заказать Oriflame. Я заказывала себе вот эту маску. Она арбузная. Вы знаете, такая арома, арома удовольствия, арома процедура. Маска, вот если бы она еще холодила, было бы вообще и цены бы не было. Она идет на увлажнение, увлажняющая маска для лица, приятная, гелевая, действительно чувствуешь увлажнение после нее. Наносишь, 10 минут ты арома удовольствия получаешь, пока ее держишь. Потом смываешь, и лицо действительно увлажненное. Неплохая маска, ну, такая приятная. Дальше. Еще один крем для рук закончился. Он ко мне приехал недавно. Оленька Крюкова мне прислала несколько средств от L'Occitane, за что ей огромное спасибо. Вы знаете, это тоже арома удовольствия. Это такое чудо, которое вот прям рука тянулась и хотелось пользоваться. Очень приятная парфюмированная такая отдушка, приятный крем, он не тяжелый, легкий. Я его не назвала бы, что он прямо сильно там будет лечить, но у меня руки беспроблемные. Но вот в течение этого месяца, ну как месяца, вот когда она прислала, я прям сразу же его поставила, и я пользовалась только им. Прямо не могла оторваться. Ни роли, ни роли сюда входит. У меня есть еще один, но там уже с другими ингредиентами. 30 миллилитров, он закончился, ну, достаточно быстро, ну, как, недели две я им пользовалась, экономила, конечно. У меня сестренка приходила, говорит, ну-ка, дай-ка мне вот этот вкусненький, и пользовалась. Пахнет цветами, очень-очень нежно пахнет цветами. Так, у моей мамы закончился вот такой моноаромат, это мак. Вы знаете, очень-очень приятный аромат, это туалетная водичка. Он не очень стойкий, но для дома такая красота. Я сама пользовалась, мы с ней вдвоем его, ну, вы знаете, уговорили очень быстро. Месяца 2-3 вот. Пока он у нас стоял, он так потихонечку уплывал, закончился. Приятный аромат. Повторять не будем, но как бы вот побаловались, порадовались. Очень приятный оставил он после себя впечатление, но будем использовать уже другие. Вот так вот у меня начинается складываться вокруг. Скраб. Нашла я еще один скраб. 100% богиня. Мне ее прислала. Что-то я охрипла. Наверное, громко кричу. Тут надо графинчик с водичкой еще ставить. Иринка присылала. У нее оригинальное имя. Ирина Манинья Вилли. Яричана, рыжая бестия в переводе. Никак я не выговорю, Ирина, тебя каждый раз. Этот скраб увлажняющий для тела. Я очень мечтала попробовать Organic Kitchen, я никому не говорила, но девочки вот взяли и прислали. Специально чуть-чуть оставила, чтобы вам показать, что это за скраб. Вы знаете, он классный. Вот вам, наверное, видно, да? Вот эти крапиночки. Это скрабинки. Прямо голыми руками, вот так по телу, ну, не пальчиком, конечно, всей рукой, по всем проблемным местам. И, знаете, очень хороший пилинг получается. После вот этого скраба кожа была, ну, такая очень нежная, приятная.
Ну, получила я удовольствие. Аромат у него не очень. Вот это честно скажу, не очень. Такой, сейчас я вам скажу, чем он пахнет. Так. Органическое масло иланг-иланг и море обаяния. В общем, пахнет обаянием. На мой вкус не очень обаятельно. Наверное, иланг-илангом пахнет. Чем-то вот травяным, природным таким тоже. Ну, приятный. В любом случае, пользовалась с огромным удовольствием, мне понравился. Следующее то, что мне прислала тоже Иринка. Вы знаете, у меня закончился вот сам бальзам, а шампунь не закончился. Но я вам покажу и то, и то. Имбирная корона. Почему вместе показываю? Ну, просто я покажу бальзам, а в следующем месяце, если покажу шампунь, будет не очень интересно. Давайте я начну с шампуня. Я его вам буду 2 месяца лучше показывать. Это увлажняющий густой шампунь для волос. Входит органический имбирь, свежие желтые авокадо. Вы знаете, такой аромат вкусный. Вот этим ароматом на всю ванну потом стоит. Приятный-приятный. Так, я принесла чем подчерпнуть. И благополучно я, видимо, это дело потеряла. Хотела вам лопаточкой. Но придется. Ладно, рукой полезу. Вот такой он густой. Прямо вот густой-густой этот шампунь. Его надо совсем немного. Ой, как он пахнет. Даже, вы знаете, он мне понравился. Но если бы он мне даже не понравился, я бы его за один только аромат повторила. Вот видите, он какой интересный. Вот где я подчерпнула, он так вот и поднятый. Но если вы не любите, чтобы отмывал шампунь до скрипа, вам не понравится. Мне это нравится. Он не сушит кожу головы, хотя до скрипа отмывает, волосы после него не прочесать без дополнительных средств. Но промывает хорошо, волосы чистые, красивые, ухоженные и нету зуда там, вот каких-то вот последствий, как от некоторых шампуней. За свои деньги, недорогие, ведь, да, ведь Organic Kitchen недорогой. Кстати, к нам в город его привезли, но в 2 раза дороже. Если в этом магазине у органик, в органическом самом магазине можно за 50-60 рублей купить, у нас привезли по 120 рублей баночки. То есть вот в провинцию, такой в бедный город, и вот так дорого. Но они просто стоят. Так, это я сюда поставлю, чтобы не случайно не выкинуть. И давайте покажу увлажняющий бальзам для волос. Вы знаете, вымыла до донышка прям волосами. Неплохой бальзам, но чтобы расчесывать волосы, все-таки я еще добавляла средства. Бальзам хороший, также вкусно пахнет, и потом от волос еще пахнет. Понравился, неплохой. Вот, будет возможность, повторю, с огромным удовольствием. Так как 100 мл бальзама для моей длиннючести волос мало, у меня закончился еще и радужный орех. Это маска восстановления для волос. Это все от Иринки. Также вылизала волосами до дна. Я их чередовала. То бальзам, то маску. Вы знаете, я их бы немножко сравнила. Они чем-то похожи. Единственное, что вот радужный орех пах уже не так вкусно-сладко, как вот тут имбирь и авокадо. Этот пах вот косточками. Тут миндаль написано, миндальное молоко и кедровые орешки. Ну вот те же вишневые косточки я бы назвала, абрикосовые косточки. Вот пахнет, да, вот такими вот с горчинкой орешками. Интересная маска, тоже классная, но дополнительные средства мне были нужны, чтобы прочесать волосы. Но и без дополнительных я все равно их могла расчесать. Просто у меня волосы порченные. 100 раз красками покрашенные. Вот. У меня, кстати, вот такая маска еще одна есть. Мне ее тоже присылали в подарок. Оленька Крюкова тоже присылала. Поэтому вот эту вот имбирную корону я продолжу теперь с радужным орехом от Оленьки. Закончилось. Как нет, не закончилось. Я выложила в мыльницу вот такое мыло. Оливковое, туалетное, от Невской косметики. Вы знаете, ничем примечательным не пахнет. Пахнет просто мылом, но оно хорошо мылит. Приятный такой зеленоватый кусочек.
Ну, мыло я люблю вообще. Я мыло обожаю в упаковке. Когда оно уже в мыльнице, я теряю к нему всякий интерес. Мыться я им не моюсь, только мою руки. Иногда, когда считаю, что ну, не хочется жидким мылом, когда рука тянется именно к кусочку, то мою. Но это не так часто, поэтому у меня кусочки несколько месяцев может один лежать. Девчонки, Максимка очень просил показать. Не буду говорить, кто прислал, потому что прислали разные девочки. Вот видите, есть от кафе красоты бурлящие шарики, есть вот эти вот бурлящие шарики с этими зайчиками, смешариками. Так, и тут также зайчиком, смешариком. Вот почему я их показываю. Я хочу сказать, девчонки, если вы себе берете или деткам берете, если шарик хотя бы чуть-чуть мягкий, не берите. Он отсырел, он бурлить не будет. Если он жесткий, твердый, значит будет классный. Прям бурлять, бурлить как ну, для удовольствия. А те, которые становятся отсыревшими, то они, конечно, не работают. У нас пробурлил хорошо вот этот от кафе красоты. Прямо целый этот был подземный вулкан. А вот, к сожалению, смешарики бурлили плохо. Храним мы их в комнате, даже не в ванной теперь, но тем не менее. Две штучки декоративки покажу. Фейс-контроль от Faberlic. Я не помню, показывала я или нет. Я в каждых косметичках показывала эту основу под макияж. Сейчас она в другом дизайне, в золотом таком, выпущена. Стала намного дороже. Тюбик поменяли, дороже сделали. 15 мл мне подходит. Мне эта основа под макияж очень подходит. Тем более под фаберликовские тональные основы. Были девочки, кто-то мне писал, что не подходит. Поэтому вот у меня тип кожи нормальный, мне подошла хорошо. Следующий покажу. Это тональная основа от Eveline. Финиш шов. В общем, тональный крем 3 в 1. У меня был тестер песочный. Классный, подошел, носила с удовольствием летом. Нет, не... Или выдавлю. Во, смотрите, откуда начала давить. Что значит, уже полежал. Для зимы темный, летом был хороший. Вот видите, темноват. Но делал он такой загар на лице. Ну, не сильный прям уж там. Не смуглянка, молдаванка тут становилась. Но сейчас уже лицо побледнее стало, уже бы не подошло. Но, к сожалению, к счастью, он закончился. В продаже не видела никогда. Вот только вот этот тестер. Кто устал? Еще чуть-чуть, потерпите. Остались только тряпочки. Влажные салфетки для кожаных изделий. Дом Faberlic. Люблю ими протирать обувь. Но когда они сильно свежие, девчонки некоторые их ругали. Говорили, что полосы оставляют. У меня вот не оставляли, не знаю. Может быть, у меня подсушенные были. Ну вот, мне понравились сумки. Даже кожезаменитель, без разницы. Я протирала. Ну вот, я думаю, просто, может, у меня подсушенные. Не знаю. Вот такая маска с акулим жиром для век. Плацентарная эта маска для глаз. Вот с этой стороны сама маска, а вот здесь вот на втором этапе керамиды шли. Вот керамиды никто не любит, а вот сама маска хорошая. Во-первых, классно, что идет и сверху глаза, и снизу глаза. Маски тут настолько много жидкости, что она там осталась, а керамидов там вообще полная. От морщин, отеков и мешков под глазами. У меня нет мешков, у меня нет отеков, у меня синяки. Поэтому не знаю. Но маска мне это очень нравится. Единственное, я не люблю делать маски под глаза. Их надо обязательно делать, а я не люблю. Вот у меня за весь месяц, представляете, только всего одна масочка сделана. А керамиды очень липкие. То есть у меня даже, знаете, моргнул глазами, а ощущение, что морщинки вот склеиваются. То есть даже чуть-чуть никак не подходит. Раз в 2 месяца я делаю вот эту универсальную очищающую полоску от Faberlic. Быстро очищает поры, устраняет черные точки, способствует сужению пор. Я думаю, мне можно ее делать вообще раз в полгода. У меня поры сужены, у меня черных точек практически нет. Вот когда я первый раз в жизни сделала, у меня было ощущение,
что у меня вообще, я там деревья из носа вынула. Ну вот после этого, сколько раз не делала, в принципе, вынимать уже нечего, то есть нос чистый. Может, потому что поры не сужены, особо нечем там забиваться. Но вот если для молодых или для тех, кому это необходимо, у кого действительно вот эти точки без конца появляются, работает хорошо. Ну и две маски. Я могу их даже так вместе показать, сказать классные. Первая маска от Гарньер. Тоже она ко мне приехала от Оленьки Крюковой. Огромнейшее тебе, Оль, спасибо. Мне она очень-очень понравилась. Она идет супер увлажняющая и успокаивающая маска. Действительно, вы знаете, вот одна маска как бы работает целую неделю, как будто бы. В нее входит ромашка, гиалуроновая кислота, увлажняющая сыворотка. Успокаивает покраснение, придает комфорт. У меня муж говорит, слушай, говорит, а у тебя же нет покраснения. Говорю, ну как же, посмотри, как лицо скрабом натерла. У меня сплошное покраснение по всему лицу. И вы знаете, я действительно побледнела после вот этой маски. Поэтому у меня воспалений, конечно, нету, чтобы там прыщи или что-то такое. Увлажнение отличное. Мы ее, когда так-так-так, снимаем, не смываем. Вот это я очень люблю в масках, когда их нужно либо вбить в кожу, либо там с помощью ватного диска лишнее убрать, но так, чтобы маска оставалась на лице, мне это нравится. Увлажнение очень хорошее, и мне понравилось, как она, ну, как лицо само с ней было. Все, свечку я потушила, знаете, конец кино, видите, свет потух. Ну и последняя от Шалин. Эту маску мне прислала Оксаночка Александрова, спасибо тебе, моя хорошая, она такая позитивная. Я ее открыла, потому что я прочитала, что тут шоколадный мусс и земляничный йогурт. Я как увидела слово земляника, говорю, все, я буду нюхать землянику. Но на самом деле земляника, и она не пахла. Это была кремовая маска, я ее нанесла, ее тут даже было больше, чем необходимо на одно лицо. Можно было бы и два лица намазать. Ну, я уложилась в одно, конечно. С меня чуть ли не стекало. Неплохая маска. Я не знаю, что она восстанавливает. Это сложно сказать. Но тут, как говорится, моментальная свежесть. Ну, я люблю маски. То есть, в любом случае, я ее сделала и была довольна собой, что я сделала себе масочку. То есть, у меня такая спа-процедура была. Вот и все. Вот такое крошечное количество закончилось в октябре месяце. Девчонки мне опять написали про то, что зря ты не задумываешься об окружающей среде, надо эти банки относить и специально там сдавать на переработку. Если кто-то еще считает так же, то я вам скажу, что я живу в провинции. У нас даже лампочки приходится выкидывать в обычную помойку, батарейки тоже туда. В деревнях, в провинциях, в маленьких городах не предусмотрены такие контейнеры, в которые можно вот такие вещи выкинуть. Поэтому, к сожалению, я загрязняю окружающую среду, ну вот таким количеством. Все, спасибо всем за внимание. Надеюсь, со мной было интересно. Надеюсь, я чем-то была полезна. Всем пока. До новых... А, простите, пинка дала. И до новых встреч.